Уборка города после продолжительной зимы и подготовка его к летнему сезону – непростая, но выполнимая задача. Уже начались ремонтные работы дорог общего пользования. В ближайшее время будет проводиться фрезерование проезжей части в 4-м микрорайоне возле дома номер 10. Просьба к жителям на данном участке дороги не оставлять свои транспортные средства. В рамках проекта «Комфортная городская среда» запланированы ремонтные работы в 3 дворах. Это 1-1 и 7-й микрорайон, дома 1 и 2. Также будет произведена реорганизация. Организация городского пляжа. В этом году пляж у нас понятно, что он будет открыт, но соответственно с особенностями, так как будут производиться ремонтные работы. Также продолжается участие в федеральном конкурсе «Малые города». Три проекта от Смоленской области, в том числе и из Десногорска, успешно прошли техническую экспертизу. Впереди нас ждет архитектурная экспертиза, поэтому будем, конечно, смотреть, но надеемся, что мы должны в этом. Утром 9 апреля успешно завершились испытания магистральных тепловых сетей. Подача горячей воды жителям города будет восстановлена в ближайшее время. И ориентировочно во второй половине дня приступим к подключению потребителей города по горячей воде и потребителей по отоплению горячей воде, там, где они были отключены на период испытаний. Необычный творческий конкурс пройдет в Десногорске. Показать свои таланты и заявить о себе можно будет всей семьей. 18 мая в детской музыкальной школе состоится конкурс семейных музыкальных ансамблей «Музыкальная семья 2019». Приглашаем также принять участие семьи нашего города. Заявки принимаются до 8 мая. Кроме этого, на совещании глава города Андрей Шубин вручил благодарственное письмо Армену Казаряну. Неравнодушный житель Десногорска принимал участие в спасении двух детей на пожаре в 3-м общежитии 1-го микрорайона. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.